У нас есть еще один заказ. Сегодня плотность 350-400 грамм бумага. 330×488. Ну, такой максимальный цифровой формат. Прижим у нас идет 4 атмосферы. Ну, наверное, каких-то сложных работ можно сделать побольше. Скорость пока стоит средняя, 5 метров. Сейчас попробуем постепенно ее увеличить, скажем, до... Бумага довольно плотная. Ну, давайте посмотрим, как вот он на очень плотном таком картоне 350-400 грамм работает на увеличенной скорости. Пленочка держится хорошо. Мы пробовали отрывать только с бумагой вместе. То есть уровень там... Скорость у нас идет где-то 6 метров в секунду. Но у него хороший запас, но я так понимаю, это на менее плотных бумагах все-таки. Чтобы прижим был качественный, хороший. А пленка 30 микрон идет. Стандартная. Вот новый рулон. Какую-то самую-самую дешманскую китайскую пленку поставили. Ну вот, работает хорошо.